И всем привет, дорогие друзья, с вами мажор Андрей и я, Стив. Скажи всем привет. Привет. Ну да, у него мажорный шлем, который мы добыли в прошлом выпуске. Тут крипер у него подбомбил. Дай, у тебя паутинка есть, кстати? У меня... В этой серии мы разведем скот, найдем его. Ну, для начала надо сделать огородик. Я сделал самое священное, что у нас будет в огороде. Это картошка. Леонид обожает картошку. Картошка от Леонида. Вот. Спи. У тебя есть этот? Тихо. Дай мне паутинку дай. Это в сундуке. Леонид прям мне послал, благодаря зомби, картошку в прошлой серии. Тихо, там крипер! Там крипер гуляет. Крипер. А я пойду по этому. Я пойду криперу в голову. Да я хочу выбить башку крипера. Я серьезно говорю. На! Да, поганый порох, я хочу башку крипера. Выбить из крипера. И еще в нашей... Я пойду порыбачу. В будущем в нашей новой сборке мы поставим Айчан Хэтс. Это что? Мод на шапке. И еще Айчан Лютик. Уже? Петрович, на. Убил. Я сейчас сожру его глаз. Я тут рыбачу. У тебя какой уровень? Я 6-й, потому что я прокакал опыт после смерти. У меня 21-й. Да тут надо. Уйди. Здесь невозможно рыбачить просто. Здесь можно, уйди. Я сейчас, наверное, поймаю. Вообще мастер палкой рыбачит. Ща, я тут... Я сейчас наловлю... Эндермен! Слышь? Ты где? Я сейчас... Где этот негр? Негр! Чувак, там файндер. О, маленький зомби. Ну тихо! Я хочу негра убить, Меня маленький зомбик убивает, алло. А я Пару. Негра убиваю. Это негр. Я с него убиваю плоть. Тихо! На меня напали, Хьюстон напали, помогай. Хьюстон, у нас проблема прикрывать Хьюстона. Опа. Тихо, твой не падает. Давай, я на Эндермена загрелся. Сзади. Ах ты. Иди отсюда. Эндермен еще вонючий. А ну, блин, надеюсь, мне с него перл выпадет. Ага, он воды боится. Я лук сфармил. Ой, тихо, на меня напал тот эндермен, который я здесь вижу. Меня убили. О-о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 
О, спасибо, крипер, нормально. Красава, крипер. Давай, 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 давай. Скелет против собака, кто выиграл? Кто-то остался без шлема. Тихо, у тебя есть? Ты что-нибудь с него выпало? Из Эндермена нет. У меня лук есть. У меня стрел, ну, есть три штучки. Эндермен! Да, эндерменов надо валить. У меня 23 уровень сраных монстров. Вау! Неплохо! Скелет против скелета, файт! Смотри! Дай! Ой, тихо! Давайте по друг другу спину прикрывать. Есть, я его убил. С него ничего не выпал. Погоды! Го в этот развал спустимся. Только мир, давай зомби поставим. Зомби подобрал семена пшеницы. Так, на тебе зомби полетел. На тебе. Я убил. Давай вниз спустимся, в воду прыгнем. Ай, у меня... А? Так. Давай, давай на видео сзади. This is Sparta. Goodbye, motherfucker! Тун-тун-тун-тун. Я забыл взять кирку. У тебя есть кирка? Кто? Кто сдохнет, тот и будет брать кирку. У меня есть кирка, только она почти сломалась. У меня хавки нет с собой. Слышь? Может, я тебя сажу? О, давай, 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 давай.
крипер взорвал, я дома. Я сейчас кирку возьму. Спасибо за уголь. Спасибо за уголь. Кстати, а у меня опыт сохранился. Как? Кстати, у нас уже 9 костной муки почти. Короче. Возьми кирку и добудь все. Да, я уже иду в этот развал. This... О, ведьма, чувак, я сейчас пойду ведьму солью. Ты там сдохнешь. Я еще... Ведьма, Я еще ведьму вообще на языка. Я нашел. Она меня отравила, эта собака. Че, ведьма? Давай, ведьма. Убей его. Давай. О, мне с неё светящаяся пуля выпала, и там еще опыт. О, ты увидел, как я от крипера подлетел. Капец, просто капец. Я могу... Зачем мне эта гнилая плоть? Ее же нельзя жрать. Я сейчас зомби блокхичу. Ничего себе. О, я его блокхи там убил. О. А сказать, что я сейчас делаю? Что? Я сейчас сделал. Я сейчас... Скелет нормально? Спарта. Угадай, что я сделал. Да, я вижу. А чьи? Ты в чат посмотри. Кстати... Вау. Прикинь, там было много воды и один блок, на который было попасть, но просто глупо. Я на него попал, прикинь. Вау. Зомби красава. Леониду привет передал. Кстати, а ты где? А, я твой ник вижу. Я сходил. Ты сейчас... Я себе нычку сделал. Ты сюда не пройдешь. Надо еще установить мод на блоки плотника. Надо будет установить мод Carpenter's Block. Будем делать нычку. Пошли в шахту. О, ты тут накопал. Да, тут. Там в печке есть железо. Ты сделал себе? У тебя нет случайно там палочек или что-нибудь дерево? Шлем сделать. Давай сделаем факела, и ты со мной поделишься. Сделай факела и поделись со мной. У меня все очень ярко, у меня нет ничего темного. У тебя уголь есть? Я весь уголь потратил на железо. О, тут ты в 2 криперка. О, 4 крипера. Где, покажи? 3 точнее. Вот это тебе весело в панике. Да, мне весело. В воде не взрывается. И там уже... Ну, я сейчас из всего угля сделаю. Взорвали, Ты ко мне не пройдешь. Не пройдешь. Алло. Ты не пройдешь мое убежище. Я сделал стак этого. Да, факелов. Стоп, ты мой уголь. Ага. Так, чувак, что ты хотел взять? Я что-то хотел взять, но забыл. Нет. Ага. Это... Так, а ну-ка сюда взять? Подошел быстро. Ой, сюда быстро подошел. А-а. Я тут заныкался. Тогда я тебе ТП сделаю. И ты будешь получить. Слышь, тут куча угля. Мы разбогатеем на железе. Я что-то хотел взять, но забыл. Что я хотел взять? А, точно, я же хотел себе... Ты застрелил. Ай, там железо, так тихо, да тихо, тихо. Слышь? Вот, тихо, они там зашли. Второй, иди сюда, Спарта. Все, я их убил. Сейчас я буду выращивать картошку, которую я посадила. Чувак, у меня где паутинка? Картошка! Чувак, паутинка у тебя? Истанува! У тебя паутинка? Да. Дай паутинку, пожалуйста. На, держи. Только к моей картошке не подходи. Все, моя картошка! Одну отдам! Моя, я ее отдам Леониду, я ее скину куда-нибудь. Ты нуб, ты весь слева. Я тебе не отдам. Картошку отдам. Я тебе... Я еще команду выключу.
А? Я сейчас команду выключу. Все, ладно, давай я еще сейчас положу. Отдай! Да посади хотя бы. Дай мотыгу, я сейчас посажу. Мотыгу дай, да, господи. Тут есть, тут... Давай еще, вот, давай, три, да. Пшеница, только хардкор, только пшеница, стоп. Все, вот, я посадил. Мы же арбузики можем посадить, чувак. Тройки. Ну посади. Вот, сядь. Тык, я убью паука, не получи ни одного урона. Слышь? А. Сейчас я стекло тебе сломаю, понял? Так. Стекло не ломай. Вот я пришел. Не убивай, у меня мало хп. Зачем нам где моя плоть? Я лук сделал себе. У меня и так есть лук. Не отравила, где моя плоть, прикинь. Не отравила. Семена, лук. Давай посадим. Давай все семена посадим. Я пойду арбузы посажу. Стоп, они же друг на друга. Чувак, давай как бы все цивильненько сделаем. Сделаем там, допустим, арбузы какое-то дерево. Арбузы я посажу сам, без воды. Потому что друг на друге будут расти арбузы. Так, где тут было железо? Вот и железо. Я пойду накопаю нам дерево. Окей. А я пока посажу нам арбузики. Я их буду выращивать. Я им сделал максимум рост. Давай сейчас. Во, вот так вот. Надо, чувак, надо все это забором огородить потом, чтобы у нас все было цивильненько, знаешь. Но нас криперы взорвут. И мы все взорвем тоже. А я там железо забыл в каньоне. Слышь? Да вообще пофиг, мы все нормально. А у нас железа, кстати, нет, у нас ресурсы уже кончаются, надо сходить в шахту. Я снизу там оставил железо. Чувак, давай, давай роли распределим, давай ты, допустим, шахтером будешь, ты будешь ресурсы добывать, а я дровосеком. Окей, только мне надо похавать, я пойду хавки себе. Короче, иди, давай, иди мне... Да, буду... Месье, иди мне добывать хавки. Да, и потом... Я буду там для всякого охотника, ты будешь шахту делать, там, огородом заниматься, давай. Окей, только я сейчас буду добывать себе еды. Будем вместе строить дом, да, вот это вот все делать. Да мы уже построили распредел... дом. А то у тебя... Ну, мы будем сделать. Больше строить, наверное. Иди сюда, моя семья. Охота я занимаюсь, и этим... И рубка. Короче, дерева. Будем всем чем угодно заниматься. Хорошо. Блин, нам бы тростник найти. Можно потом тортик делать. Так, иди сюда. Добудь нам железо. У нас железа вообще мало. У нас два куска где-то осталось. Да у меня есть свинка. Я тебе пожрать принес. Ооо, чувак, я тут. Чувак, я тут нашел курочек. Я курочек и свиней нашел, и этих, и овечек. Да, Стив, я сказал. Короче, на, я... Слышь? Так, где курочек? На кровать. Курятин. Иди сюда, курятин. Вся свинья, которую я добыл, моя. Война. Чувак, у нас еда тут все общая. Да я тебе скину. Где она? Вот здесь лежит, там где я. Там где я, там лежит кучу хавки. Все, иди копай, а я на охоту тут пойду. Я сначала сделаю себе кровать. Дай мне шерсть. У меня шерсть есть, да, иди сюда. Иди, тихо. Дезисти. Сорян. Мне надо только белый. Сделай, у тебя кровать. Все, я дерево пока добываю. Я пойду добегу до... Я... Слышь, у меня что-то бак с шерстью. Она прозрачная. У меня так, бак я... с шерстью. Детей. Когда я нажимаю F5, я вижу... Чувак, потом можно... Шерсть. Чувак, потом можно будет кого-нибудь еще добавить. Что добавить? А? Кого-то еще? Нет, только вдвоем.
Да, можно, в принципе, вдвоём. Ну, вот, вот сплой новый, смотрим. Чувак, арбузики! Арбузики! Да. И арбузы нам добудем. Я... О, тут коровки. Добудь нам еду. Ох, я тут сейчас мясо добуду. Достижения новые? Да, я мясник, да, зарабатываю достижения, и ещё плюс что-нибудь с них добуду. Ты не пройдёшь. Ты не пройдёшь. Попробуй пройти. Так подожди, попробуй пройти. Да. Найди наш дом и попробуй туда зайти. Попробуй. Да я туда бываю. Так. Я тут уже столько добыл. Ты не пройдешь, никто не пройдет. Иди туда. Писька! Вот, ты не пройдешь. А я тоже не пройду. Я там снизу печку оставил. Чувак, иди сюда, я тут пещерку нашел. О, крипер, привет! Вот. О, железка. Слышь? Добывай. Арбузики я тебе не дам. Это мои арбузы. Да дай, шо ты же. Не жадно же. Спал! Данж, чувак, тебе Данж нашёл. Данж, запалей. О, тихо! Пшеница! Ведро и железо, отлично. Можно булыжник замшевый забрать. Ну да. Хотя он пригодится только в Тинтерс Констракции. Слышь, что там было? Он для строительства. Можно что-нибудь красиво так сделать. Что там было? Забор, например. Давай, камень. забирай. Слышь, кому не спадай. Ну, покажи, что там было. Чё? Покажи, что в сундуке было. Покажи. Там было один хлеб, три этих, как у железных слитка, одно ведро и четыре пшеницы. Короче, идём назад. Я пойду. Я пойду дерево добывать и все, и что-нибудь еще поделаю. О, скелетик, иди сюда. Скелет. Убивай. Скелет, умирай. Умирай, скелет, еще вонючий. О, еще один. О, еще один. Сюда. Я тут уже сколько с них стрел сфармил. У меня уже где-то 18 стрел, почти полстака. Так, надо выбраться. Наверх. Ты что там делаешь? Так. И да, ребят, у нас связь по Дискорду, не по Скайпу. А? Я почти всё, весь уголь добыл. Нужно ну, да, добывать, а я... статус. Мы сейчас туда поставим армор статус и мод на пистолет. На автомат, короче. Будем друг друга расстреливать. Или мобов. Ну, мобов. Да. Как Frost и Snake, которые расстреливали друг друга. Так, короче. Так, уходим. Я тут в пустыне, я буду по пустыне гуляю, в принципе. Слушай. Так, может что-нибудь хорошее здесь встретим? Может пещерку? У меня 43 рубля. Может пирамиду? А? О, может... В пирамиде есть алмазы, если что. Ну, сундук с алмазами. Я знаю, сокровищница. Слышь? Они на этой версии есть? Слышь, мне нужно назад домой. Домой! Кого? Пора домой! Мне надо так. Чё там? Я с тобой. О, чувак, смотри. Чё? Носатые? Нет. Коровы! Так, я с них сделаю себе модный шлем. И у меня много этой кожи. Тогда я убью всех.
Блин, о, лошади, чувак, лошади. Я сказать, что себе сделаю из этой кожи. Кстати, с лошадей тоже кожа. Скажи, что я себе сделаю из этой кожи. Я из этой кожи сделаю себе моднявый шлем. Желтый. Тут кучу коров! Мое! Это все мое! Ага, ты дальше пройди, тут лошадь. Да тут кучу всего. Эй, как только коров! Вот, я убил. Убиваем! Эй, как только сюда! Иди сюда! Вот, убил. Так. Че там, сколько мне? 20 минут с ним. Это нормально, это вполне нормально. Алло. Алло. Я себе сделаю супер модный шлем. Боже. Слышь, я видел корову белоглазую. Я видел корову белоглазую. Белоглазую, я не шучу. Ну тихо! Тихо, тут крипер. Меня чуть не забыли. Тут персики! Чувак, тут персики есть! Тут эти персики есть! Собачки! Мы тут путешествуем по миру. Ну да. Нас зовут эту серию путешественники. Я тут цветочков много нашел. Назову эту серию иммигранты. И сборка будет называться путешественники. Ну серия, вот бой, короче. Ух ты ж. Тихо, крипер! Чего? Сколько здесь коров? Крипер. Шахта, чувак, шахта! Я шахту нашел. Слышь, ты где? Ух. Так. О, как я загнулся! Как два крипера! Как я и думал. Если камень наверху, то тут значит близко пещера. Я нам добываю еды. За мной загнулся. О, чувак, тут овечек много. А ну сюда подошло, коричневое. Я тебе... Коричневое это какашка. Это какашка. У меня какашка в руке. Деревня! Носатики! Я убью всех носатых! Носатики! Где? Где? Блин, жаль ты... Вернись домой, возьми изумруды, давай с носарями поторгуемся. Кил пропишу, скажи мне кил. Тут картошка! Леонид, слышь, картошку? Я тут сейчас все соберу. Грабим носатых. Да, и убиваем их. Тихо, тут скелет. Охраняет скелет. О, ты знаешь, нет, это специальный. Вот тут носали арбузики. За один изумруд 8 арбузиков продают. Носатые. За один изумруд 8 арбузиков. Капец, это же классно. Ай, да не так питомец! Посмотри, вообще обнаглели. Меня там взорвали. Моя картошка! Собирай картошку, а я пошел дальше. Морковка. Так. Годно. Так, носатый. Я обожаю. Ой, я тростник нашел. Чувак, я тростник нашел, его соберу. Что тростник мне поможет? Я обожаю носатых. Дай. А ну-ка. Ай, да. Сейчас копаю дверь. Сейчас. Вот. Так, у тебя еда есть, чувак? Ну да, много. Слышь? Дай мне, пожалуйста, припозируйся и дай. Я сейчас буду. Нету, я буду сейчас торговаться с этим. Я сейчас его книги сломаю и дам ему. Телепортируйся ко мне, я тут возле деревни, пожалуйста. Да подожди, сейчас я поторгуюсь на старем. Сейчас продам ему книжку. Ты где, кстати? Я с старем поторговался. Он мне за его книжки. Я твой ник не вижу, а вон он. Дай. Халявные книжки. Слышь, Диггер, слышь? Читать будешь?
Смотри, он за изумруд продает стекло. Кстати, изумруд тоже зеленый, а у него глаза тоже зеленые. Ха! Дай еды, еды, хавки, дай хавки. Так, сейчас, подожди. Тебя? На, на тебе. У меня стрела в руке. Тихо. У меня в спине стрела. Картофан! Ты картофан взорвал! Бери, все, все забираю у этих. Ты картошку. Ой, эндермен, я пойду эндермена убью. Ты сорвал картошку! Ну все, за тобой выехали, все, за тобой выехали. Все, за тобой. Меня тут эндермен преследует, вообще. За тобой выехали, все. Иди сюда, да, за тобой выехали. Вот за тобой. Я, да не бей! За тобой выехали. Ай! За тобой выехали, все, Леонид. Я, Леонид. Короче. Короче, я отомстил за картошку. Я пойду добывать тростник. Короче, от меня. Мы сейчас вернемся домой и на этом... И, ну, короче, поставим на паузу и все сделаем, и закончим серию. Так, все. Ну, давай, наверное. Ну что ж, ребят, на этом мы с вами заканчиваем. С вами был я, Стив, и Андрей, который не пройдет, и который остался без шлема. Всем добра и всем пока!